Всем привет! Сегодня я покажу и расскажу о новой очередной покупке, которую мы приобрели с супругом в интернет-магазине онлайн trade.ru. Это пила цепная электрическая фирмы Carver RSE 2200M. Товар поставляется в картонной коробке оригинальной формы с яркими цветными надписями и изображениями. На коробке также имеются технические характеристики. Теперь давайте посмотрим, что находится в коробке, в упаковке. Непосредственно сама пила. Пила мощностью 2000 ватт. Шина 40 сантиметров, толщиной паза 1,3 миллиметра. Цепь шагом 9,3 миллиметра и с количеством звеньев равным 57. Такая цепь. Пластиковый защитный чехол цепи. Такой вот. Что еще? И также здесь находится ключ. Накидной шестигранный на 13 миллиметров, совмещенный со шлицевой отверткой. Так, все, в коробке больше ничего нет. А нет, еще есть. Руководство по эксплуатации. Руководство на русском языке, что очень радует. Здесь все подробно написано. Меры безопасности, описание, комплектность. Все. Как хранить, что одевать, как запускать, транспортировка. Также имеется гарантийный талон здесь. Меры безопасности, смазка цепи, ну все, что надо. Сейчас это откладываем. Так. Установка шины и цепи производится без каких-либо проблем при помощи имеющейся в комплекте ключа. Ну, сейчас я устанавливать не буду. Это вот здесь вот откручиваем, это открываем, вставляем шину, цепь, натягиваем. Все будет в сборе, все будет работать. Что можно сказать о приобретенном товаре? Так сказать, что здесь есть? Ну, значит, пластик нормальный, на мой взгляд. Жалко, что нет резиновых ручек, чтобы руки не скользили. Хотя в перчатках работать надо. Здесь имеются две ручки, передняя и задняя. На задней ручке имеется кнопка включателя и выключателя. Блокировочная кнопка. Пробка масляного бачка. Окно контроля уровня масла. Вот это сам двигатель, коробка двигателя. Также тут имеется шнур. Коротковатый, правда, 25 всего сантиметров. Ну ничего, в домашних условиях, там, в саду, где есть электричество, нужно, естественно, пользоваться переноской. Вес в собранном виде 4,8 килограмм. Ну что можно сказать об этом изделии? Он заслуживает внимания в качестве возможного приобретения. Гарантия на эту пилу 1 год.
Пила собрана. Сейчас я вам продемонстрирую пилу в собранном виде, как она работает. Вот снимаем защитный чехол, подключаем к переноске. Как я уже говорила, что нужна переноска. Это очень удобно, что бензин не нужно заливать, ничего. Вот подключаем переноски к проводу и включаем. Вот. Видите, какой поток ветра, что даже сдувает чехол. Замечательная пила, очень удобная. Даже женщины могут пользоваться в домашних условиях. Ну, имеется в виду в саду. Вот, как я говорила, этот блокиратор. Все, теперь пилу я не могу ни нажать, ничего. Вот эту блокировку отключили. И... отлично, рекомендую. Очень хорошая пила за такие деньги.